Соревнования проходят в формате 8 на 8. Именно так провели летний сезон местные команды «Антрацита» и «Красного луча». 21 и 22 октября завершились игры группового турнира. Из 8 участников осталось 4, которые поведут борьбу за трофей в полуфинале. На запасном поле стадиона Краснолуцкого комплекса спортивных сооружений во втором туре играли участники группы А. Чемпион «Красного луча» АТП-10-911 без проблем обыграл команду «Леон» поселка Шахты Центральная, серебряного призера Кубка ко дню «Шахтера», «Антрацита» и «Антрацитовского района». Гости действовали с номинальным полевым игроком в воротах, и это отразилось на счете – 7-0 в пользу АТП. В другом поединке краснолуцкий СК «Микрон» сошелся со «Спасателем», представляющим антрацитовское отделение МЧС. При равной борьбе судьбу встречи решил единственный гол гостей в конце первого тайма. Для «Микрона» он оказался досадным. После второго тура АТП и «Спасатель» досрочно выполнили задачу выхода в полуфинал. В заключительной игре в «Антраците» победили краснолучане 2-0. Они и вышли в следующую стадию с первой строки. СК «Микрон» напоследок разгромил еще более ослабленный «Леон» 12-1. Группа «Б» регионального Кубка чемпионов порадовала яркими и захватывающими сюжетами матчей. Во втором туре бронзовый призер чемпионата «Красного луча» ККСС «Новопавловская» гостил у лидера осеннего Кубка «Антрацита» команды «Юнтекс». По ходу первого тайма ККСС вел в 2 мяча, но в итоге уступил 4-5. В другом поединке краснолучане из «Васаби» отчаянно боролись с фащевской «ЦОВ Комендантской» за сохранение шансов на выход в полуфинал. «Васаби» вел 1-0, однако уступил 2-1. В третьем туре уже ЦОВ сражался с «Юнтексом» за путевку в следующую стадию. Команда также вела в счете значительную часть игрового времени. Однако соперник из «Антрацита» не только ушел от поражения, но и вырвал победу на заключительных минутах поединка – 4-3. ККСС обыграл «Васаби» 3-0 и присоединился к участникам плей-офф. В полуфинале соревнований встретятся АТП и ККСС, а также «Юнтекс» и «Спасатель». Матчи пройдут 4 ноября в «Красном луче» и «Антраците» соответственно. Финал запланирован на 5 ноября. Место и время его проведения еще не определены.